От теории к практике. Студенты-юристы Кузыбаев Юниверсити посетили оперативно-криминалистическое управление областного департамента полиции. В условиях, приближенных к реальным, будущие специалисты познакомились с особенностями своей профессии. К примеру, как правильно изымать улики с места преступления. Подробности в материале пресс-службы областного профильного ведомства. Почти как настоящее место преступления, с образцами оружия, предметами и следами, с которыми имеют дело криминалисты. Занятие студентов Кузыбаев Юниверсити началось с посещения специализированных полигонов. Узнавать здесь все тонкости профессии в разы легче, чем штудировать литературу и писать конспекты. В оперативно-криминалистическое управление ребята приходят раз в месяц в рамках соглашения. Его представители университета подписали с руководством полицейского ведомства. В данном университете преподают наши бывшие сотрудники, которые на сегодняшний день находятся в отставке, потом они соглашаются по данному меморандуму, у нас есть соглашение, чтобы наших практических полигонах проводились занятия, где конкретно в реальных ситуациях показывают осмотр места происшествия. Студенты приходят к нам работать уже более подготовленными. Полное погружение, но главное, никакой лишней спешки. Она в такой кропотливой работе только мешает. Действовать нужно, исходя из техники, которой пользуются криминалисты. Правильно работать с вещественными доказательствами с мест преступления, фиксировать и изымать улики, чтобы они не потеряли своей пользы. Один из наставников рассказал студентам о способах выявления фальшивых денег на примере коллекции поддельных купюр. Ее он собирал самостоятельно за годы службы в криминалистическом подразделении. Особый интерес у молодежи вызвал прибор, который за считанные минуты составляет точную карту отпечатков ладони человека для специальной базы. Одним из самых сильных впечатлений для меня – это осмотр места происшествия. Все очень подробно, все следы, орудия преступления. Такое впечатление, что это реальное место происшествия. Полицейские, как и преподаватели вуза, считают, что такие занятия помогают ребятам быстрее влиться в настоящую работу. С начала 2020-го, когда позволяли карантинные ограничения, в областном оперативно-криминалистическом управлении побывали свыше 100 студентов. Дарья Пышминцева при содействии пресс-службы областного департамента полиции.